Христос воскрес. Воистину воскрес. Сегодня утром... Ты ко мне поближе подойди, чтобы я тебя так, давай. Сегодня утром получил письмо. Вот так поближе, чтобы видно его. Да-да. Утверждаю в РИО начальника отдела полиции по железнодорожному району управления МВД России по городу Барнаулу подполковник полиции СВ «Фабрика» 11 мая 2017 года. Так, а сегодня у нас... Перпендикулярно вот так держи, я поставлю, вот так, так держи. Угу. Давай, считай. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела города Барнаула. Участковый уполномоченный отдела полиции по железнодорожному району управления МВД России по городу Барнаула, старший лейтенант полиции В.С. Стрелков, рассмотрев материал предварительной проверки по заявлению гражданина Попкова Сергея Павловича, 1971 года рождения, по факту повреждения принадлежащей ему видеокамеры. КСП номер, ну это номер видеокамеры здесь видно. Да. Установил, что 7.05.2017 года в отдел полиции по железнодорожному району управления МВД России по городу Барнаула поступило заявление гражданина Пупкова СП, проживающего по адресу Горно-Алтайская, 21-355, по факту повреждения видеокамеры. В ходе проверки было установлено, что гражданин Пупков СП около 14.30 часов 17.05.2017 находился на православной ярмарке по адресу город Барнаул, проспект Социалистический, 93. В это же время он снимал происходящее там на видеокамеру Panasonic. Один из участников ярмарки, Мельников Александр Владимирович, неоднократно просил Пупкова прекратить видеосъемку, однако Пупков отказывался. В своем объяснении Мельников АВ пояснил, что хотел закрыть объектив видеокамеры, однако Пупков начал причинять ему телесные повреждения и физическую боль, в результате чего была повреждена видеокамера Пупкова. Также пояснил, что умысла на повреждение видеокамеры у него не было. Согласно действующему законодательству, объективной стороной преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ, являются общественно опасные последствия в виде причинения значительного ущерба собственнику или иному законному владельцу имущества. Однако, применительно к имуществу граждан, признак значительного ущерба должен устанавливаться, исходя не только из стоимости уничтоженного или поврежденного имущества, но и из значимости этого имущества для него и его семьи. Так, полученными материалами в ходе проведения предварительной проверки можно прийти к выводу, что видеокамера не является основным или дополнительным источником дохода для гражданина Пупкова, в связи с чем его повреждение не может сказаться или каким-то образом повлиять на ухудшение материального положения последнего. Не слышал такого даже, то есть слово. Также, учитывая тот факт, что стоимость поврежденного имущества является незначительной, 22 тысячи, ерунда, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренные частью 1 статьи 167 УК РФ. То есть лазейка для милиции не занимается, чтобы висяка не было. Исходя из вышеизложенного на основании статьи 24, часть 1, пункт 2 УПК РФ и руководствуясь статьей 144, 145, 148 УПК РФ, постановил: первое. Отказать возбуждение уголовного дела по заявлению гражданина Попкова СП на основании статьи 24, части 1, пункт 2 УПК РФ за отсутствием в действиях Мельникова АВ состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ. Второе. Копию постановления направить прокурору железнодорожного района города Барнаула. Копию постановления направить гражданину Пупкову СП, разъяснив ему право обжалования данного постановления в прокуратуру или суд в порядке, предусмотренном 124-125 УПК РФ. То есть их учили, когда он учился, институт заканчивал, как ответить? Так, и все, тут подписано? Ну, подписи, значит, УУП отдела полиции по ЖД району управления МВД России по Барнаулу, старший лейтенант полиции В.С. Стрелков, замначальника АП Семикин и замначальника УП по железнодорожному району, майор полиции К.А. Белоусов.
А он не говорит о том, что требования там его, что не снимайте, это беззаконно, оно не имеет основания. Ничего не говорит. Тут написано, во-первых, просил, но на видеосъемке сказано, что он не просил, а требовал. Вот. Далее там свидетели были, что я его спровоцировал. Спровоцировать можно на порчу имущества, но никак не на закрытие. Если бы он не хотел снимать, хотел закрыть, ну отвернись, закрой. То есть, а то теперь поделится опытом, вот так делать надо. Потом в полиции даже не заинтересовались, а что же там было, как на самом деле. Файлы-то были, камера-то снимала. Да зачем ему это? Зачем им это надо? Товарищи полицейские, вы... Ну, мы видели, как полицейские не хватали, а только запрещали, и в суд потащили. Суд сразу решил в пользу того, кто снимал. Сразу же. Да. Юристы при том. Ну что, будешь подавать куда-то, нет? Ну, я буду, конечно, в прокуратуру, потому что... Написать надо, во-первых. Я считаю, что умысел у него был. А мне она теперь не нужна, может, бумагу забрать. Умысел у него, это и видно на камере, что он камеру разбил, он хватал какой-то видеоматериал. Подтверждение слов моих есть, а подтверждение, что у него злого умысла не было, только слова. Это какого числа было? Это было 7 мая. А сегодня? Сегодня 24-е. 24 мая. Да. Ну что, что есть, то и есть, перед Богом. Да. Все. Ну все тогда, да? Да. Все, отхожу.